Вот продолжаем тут работать. Уже вон сколько пропололи они. Это еще тут мало, малая часть. Я стараюсь проволоку куда-то на скамейку или куда положить, потому что ты, чтобы ее это. Ты сейчас ее травой закидываешь обратно. А зачем? И клади так, чтобы ее. Вон Игнатик наш идет к нам. Ой. Да. Так, ребята, быстрее работаем. Решил проведать нас. Идет или едет? Идет. Он почти бежит. И как вы можете догадаться, кто впереди его бежит? Илья. Шарик. Далее. Кто? Далее? Да, сейчас увидим, кто. Конечно, такая энергичная, это такая. Шарик, что ли? Даля, 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 Даля. А? Ой, давай, я пусть позову. Даля, ко камни! Мне. Даля, Даля, Даля! Даля, камни. Даля! Камни, Даля! Даля, камни, камни, камни! Камни, камни! Даля! Даля, 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 Даля! Даля, камни! Даля, 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 камни, камни! Эй, на камни! Молодец, молодец! Фу, Коля, иди! Все, поймала, держу. Так, прицеплять надо как-то. Куда ее прицепить-то? Ну подожди, сейчас Игнатик подойдет. Скажешь, а, подождать? Конечно, подожди. На видео здесь было больше места. Это все из травы. Мне все выпущено. А вот здесь вот самой этой глуби будет костер, да? Да, да. Ну, лопухи каждый год берут. Слышишь, шовот, прям в ухо. У них же корни глубокие. Мы их только подрезаем, а они же. Корень-то растет. Там ступеньки. Я вот эту смену учусь. Да, там ступеньки. Упала. Место предупреждать надо. Да нас след брала дорогой. Прямо след берет. Собака-то отлично. Смотрите, не пускайте, там козы. Надо идти, потом прийти отдельно. Все на этом, дети. Все? Запечатайте, держи крепче. Хорошо, надо прийти сюда с литовкой, прокатить, а то лопатой выкорчивать. Нет, сейчас, тем более без рукавиц. Место, вы... место, все, прекращай. Руки, палец порезал. Руки порежете, не надо. О, мои пальцы. Не надо. Видите, нормально. Я пальчик порежу. Дядя Вова придет, выкатит, вот а уже. Дальше уже понятно. Вот Фрося уже пальчики порезала. Ну вот и все. Да нет, же. У меня все в порядке. Без рукавиц везде легко как живут. Ничего нету, ни платочка, ни кармана. Где кармана? Посмотри, карман у нее, гляди. Вот карман. Карман, длина кармана какая, высота. А никакого нету. Вот если нормально, то только вот на три пальца. А остальное, вот оно куда, вырезанное. Карман должен вот так вот быть здесь, отсюда заход. Но это явно рассчитано на кого? Что ты... Ты раб, у тебя ничего нет, у тебя не надо ничего. Вот два пальца согрело и все. Спрячь. Вот у Нестора вот. Нормально. Ну, Нестор нормальный, вот нормально, гляди. У меня значит, вот. Тряпочку ты пришить, вот, а это, вот это отрезать. Чтобы отсюда карман был полный, поняла? Я вот, палочку сейчас. Вот. Далее это. Так, давайте тележку домой. А, еще вот у меня. Ну, так это понятно. На всю руку. Так, пошли. Один, два, три, четыре. Давайте так, ну-ка покажи два, три. У тебя тоже никакого... Глубина-то там есть еще. Не, раз, а в этой ничего три, нету? Четыре, пять. На три пальца как? Три пальца она не удержится. У меня раз, так, два, три, запечатывайте. Четыре, пять. Закрывайте. Закрывайте. Вот у меня задача, если приедет, в первую очередь вот это вот озеро углубить. Тут была рыба прекрасная. А как это называется? Симаковский. Это Костровый называется, Симаковский. Симаковы жили когда-то. Они тут перегородили первое. Видите, как нашли какое место самое удачное. Она сильно тянет. Прося. На. Крепко на руку возьми там. Даже упадешь, тащись, но чтобы тебе не... Он за козами она была там бросилась. Цыпленок. Нигде не отпускать, ни на шаг. Я вплотную подошел, тогда только открыл. Цыпленок.
Все, все, пошли, пошли. Поле, Полина. Дядя Вова, мы с тобой. Да-да, я с вами тоже. Вы за мной. Так, аккуратней. Полина, помогай, помогай. Полина, тележку. Рядом, рядом. Команда ей. Не, рядом, рядом. Рядом. Это вот деревня, это улица была дополнительная. Двухквартирные дома. В 1972 году проезд был на 720 человек. Но в 1972 году уже выехал последний житель. Все. Все не так. Почему? Программа была уничтожения сельского хозяйства. Программа. Сегодня прямо об этом пишут. И ничего нельзя сделать. А почему? Да лучше тружеников загубили в Нарыме. А вот теперь мы тут и то не умеем, и это не знаем. О, вот мы вылезли. Все. Какая шарная дорога. Ура! Ой, аллилуйя. Можете босиком пройтись. Полина, можешь снять сапоги. А куда? Ну, тележку. И босиком пройдись. Вон, Игнатьевна, значит, смотри, босиком идет спокойно. Тут травка. Тоже травка. А я и не люблю с тобой ходить. А, ножки проветриваются. Ну-ка, держи. Дай-ка я вылезу. Давай сюда, собачка. Не надо поднимать, она сама. Она может скакать? Наверное. Далее. Вот сюда. Пошел, Паля. Вперед. Вот так. Так, подержи. Подожди. Держи, держи. Подожди. Стой. Даля. Подожди, Паля, Даля. Даля, Паля. Вот так. Вот так. Какая Паля. Садись там рядом, держи за ошейник. Еще тяжелее. Держи, чтобы она никуда не прыгнула. Хорошо. Удержи. Удержу. Давай. Брат, вези. Тяжелые. Залазь, залазь сюда. А вы что ожидали? Тяжелее меня с той стороны все взятые. Ты только вниз не дави, а то ему там тяжело будет. А вам весело. Полина, ты лучше сбоку возьмись, от Нестора. Нет, здесь лучше. Здесь лучше. Ты зато дальше вниз, ему там неудобно. Прося, чуть поближе вперед. Самый главный музей будет. Все, все, все. И больше нигде нету. Нет такого. Тебе не кажется, что она наклонилась? Башня. Мне кажется. Да кажется. Мне кажется. А кажется, значит, надо ее свалить. А мне не кажется, она так и есть. Я не знаю, как оно было раньше, поэтому сказать не могу. Молодец, так правильно сказал. Давай. Давай сейчас в другую сторону. Нет, сэр. А вот там. Полный. Сейчас ты будешь давать. Мама вышла ваша, попоить хотела. Я говорю, они напоят сами. Потом взял ей тазик дырявый, в одну сторону налил, она полакала. У нее вода там стоит? Да. Чтоб все время стояла. Всегда стоит. Пониже маленько, держись, ему удобнее будет. Так, ты не шевелись, Поля, я убью двух паутов. Поверни, Поля, стой ко мне. Бац. Два паута сели и грызут. Паута? Это что? Это гигантский мусор. Овод, овод, слепень. У него три названия. Паут, слепень и овод. Это как у смоковницы. Смоковница, инжир. Везем Ефросинью. На выданье. Ой, собака. Приданная собака у нее. Преданная. Лето на собаках ездят, а мы собак возим. На человеках ездят. А почему ты не босиком? Потому что не такой, как все. А я там сапоги дороги оставил. Блин, стой, куда ты рвешься? Потому что могу. Андрей, оставишь тапочек. Принимай. Принимай.
Оля, а ты еще не берешься? Да. Возьми. Мне прям глаза кровоточат, посмотри, как она светит. Вы же едва едете. На. Опять поехали. О, снова вместило место. А вон надо, смотри. На территории деревни курить запрещается. О, как. Какая деревня. Я могу сказать. Он вроде говорил, то ли ячмень, что ли у него тут. А? Ячмень вроде говорил. Ну, ячмень, они похожие росли. Зерновые. Я помню, один раз тут. Вкусное. По-твоему, что, мы можем хватить целое поле? Ну, наверное, просто уже хватит. Нет, там назад только не садись, а то прокинешь. Телефон! Так, остановитесь! Стоп машины! Вот здесь, подержи рукой, чтобы не мешало. Галя! Галя! Так, всех запутал. Говорите! Галя! Галя! Здравствуйте! Галя! Что, говорите, пояснее? Тихо! Никита в Киеве! Не знаю. Зайдите там в скайп или где-то найдите фамилию, в моем мире подставьте, там найдете. Не знаю, я не знаю совершенно. Еще раз Богом. Никиту ищет. Даля. Так, держи. А я запуталась. Пошли вперед. Даля, вперед, вперед. Вперед! У нее там обмоталась. А, вот. Да, шея обмоталась. Вперед! Там налево смотрите, сапоги где. Мои. Налево, смотри. Налево сапоги. Лево это там. Смотри, сюда. Да, лево же лево. Смотри, смотри, она вперед как. Давай, вперед, давай, вперед. Ну ты сейчас подожди. Так и я сяду туда. Стоп! О, стоп! Ничего. Прося, держи ремешок-то. Поехали! Даля, вперед! 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 Сапоги схвати только, появится сбоку. Вперед! Вперед, Даля, вперед! Вон они, сапоги, веди вперед, Коля, захвати. Ага. Давай сюда. Вот так. Ну, нас катали, а мы теркатим. Держи, чтоб не опрокинулось. Да, сколько да. Вариантов разных. Так, обожди, хватит мне. Мне что-то не тает. Мне старату. Подожди. Не, у меня до самого дома. Сейчас дядя Володя пускай слазь. Да не, зачем? Не. Сверху, давай. Оттуда. Съемка оттуда попробуй, как пойдет. Да какой? Иди. Далее, дали. Тихо. Я тяжелый. На тебе. Не лезь к нему, зачем лезешь? Место. Дядя Вова сядет и будет сверху снимать. Даля. Так, пошли. Поля. А я вперед, вперед. Даля. Вперед. Нестор, куда назад вперед. Пошел? Иди вперед, лучше. Вперед. Он тебе помогать ей. Не надо, она сама. Не надо, она сама. Ты можешь вперед бежать, она к тебе будет тянуть. Меня только не высадите. Не вывалите. Ребята,
Так, собачку отключаем. Отключи. Удалить. А одну повезем сейчас по дну. Ура! Давай. Давайте, Галина. Смотри, не отпусти нигде. Веревка. Так, чтобы волоком... Козы сразу все пропадут. Они загонят в доски. Поехали. Иди с боком. Иди сразу убеди в сарай, привяжи. Там цепь. Или на палаче. Цепь там. Я только счастье сделала. А что это за привилегии? А у всех не так, у нас. И Дарью спроси, и Нестора, и Ирадия Николаевича. И Володю, оператора возили. Да? Да. Пойдем. Не торопись. Нормально, клади. Свои обувь забирайте. А где она? А? Да я вон. Где она? А, у меня что-то. Все. Увезли до одной щепки, можно сказать. Теперь с этим надо разобраться, еще куда. Как время сейчас. Давай, обед. Слава Христу.